Шахматные турниры для учеников Большевиземской гимназии – хорошая традиция. На протяжении многих лет ученики выступают в различных соревнованиях. Вот и на этот раз непростая, но увлекательная игра объединила ребят из начальных классов не только Большевиземской гимназии, но и Чистцовской школы. В Большевиземской гимназии очень развит клуб шахматный. То есть детки, начиная с первого класса и заканчивая 11 классом, у нас постоянно проводятся турниры, проводятся занятия совместно с другими школами. И у истоков данного мероприятия и идея вот этого всего мероприятия у учителя начальных классов, преподавателя Ольги Владимировны, которая является сейчас, скажем так, инициатором вообще этого шахматного движения. Все турниры проводятся к праздникам и памятным датам. Некоторые ребята уже достигли высот в шахматном мастерстве. У нас дети имеют большие разряды, вторые юношеские. Играют и в школе, играют и в Одинцовском районе, и в региональных турнирах мы участвовали. И уже даже сделали выпускников, уже первых выпускников нашей спортивной секции по шахматам. Шахматы – игра сильных духом, помогает сформировать мировоззрение, выработать характер и найти единомышленников. Это очень интересная, увлекательная игра. Она дает нам знания к уму и к памяти. Я в шашки не очень люблю, а в шахматы очень люблю. Как назло, меня поставили самого сильного. Сначала у нас была ничья, потом я чуть-чуть выиграл. После чего сложилась такая ситуация, то что у меня остался ферзь и король. Первая партия я выиграла, а вторую, ну не знаю, может быть проиграю, может быть выиграю. После удачно сыгранной партии гимназисты приняли участие в концерте, посвященном 75-летию битвы под Москвой. Родной земли не уступать и жизнь отдать во имя жизни. Комдив полковник Полосухин бил по врагу со всех сторон. Подход к Москве был недоступен. Лязг гусениц и дикий вой пикирующих самолетов здесь разрешался страшный бой. Почетный гость и постоянный наставник ребят по шахматам поделился своими воспоминаниями о трагических событиях в истории страны, в которых он принимал участие. Нас, конечно, подбили, мы сели жестко, значит, я получил контузию, попал в госпиталь, ну и так далее, и тому подобное. Вот такая вот ситуация. Моя война – это авиация, бомбардировочная авиация. Юных шахматистов поблагодарили за достойную игру и яркий концерт. А ребята, в свою очередь, пообещали продолжать добрую традицию. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».